Are you Ну что, всем привет! Мы сегодня в Дубае. Впервые. Первая поездка наша в Дубае. Мы взял и купил камеру новую. Мол, вот, я Артур с нами. Артур. Привет. Здорово, Артур. В Дубае? Да. Ты в Дубае? Я по мне видно. Даже не видно, сейчас не снимаются. Саш, снимает. Ты в Дубае? Ты снимаешь? Да блин, не могу понять сейчас. Вот. Там дорога жмает. Да все. Ты в Дубае? Да. Ну вот, в Дубае мы, я говорю. Вот видите, вода в Дубае у нас. Сейчас покажу камеру, какую купил. Смотрите, камера вот такая. Во, говорят, сейчас самая лучшая. Цифровая видеокамера Sony нового поколения. Камеры Sony открывают вам мега возможности. Снимай. Да, в Дубае ты? Я в Дубае. Вот, мы в Дубае. Вот жена моя. Жена! Алло. О, здорово, скажи. В Дубае, первая поездка наша. Твою жену вывез в Дубае. Не снимай. Да ладно. Дочь, ты где, дочь? В Дубае! О, в Дубае, дочь моя. Я это... Чего, Артур? Майнкрафт поиграю. Давай, главное не курица, это хорошо. В Дубае мы, в общем, сейчас пойдем гулять по Дубаю, все сниму, все покажу. Ну, на память, первая поездка в Дубай наша все-таки как-никак. Что сказать-то еще? Ну, дорого, конечно, но и я, знаете ли, не абы кто. В Дубае ты, да? Да. А? Да. О, Артур. Очки купил классные в аэропорту. А ты очки-то неправильно носил ночью, их надо кверх ногами, ну, это кверх ногами надел. О, смотри, вот так. Я пошутил. Кто там? Ё-моё, тоже в Дубае. А мы первую поездку решили заснять на камеру свою в Дубае. Впервые в Дубае. И вы в Дубае. Всем привет, блин. Здорово, ребята. А как вы тут? Мы, слушай, мы отлично. А мы сейчас акции покупали. Мы решили не запоминать там, где их положить. Какие акции? Пятерочки? Я купил новую рубашку. Вот. Творог купили? Рубашка? Блин, рубашка классная. А я камеру купил новую. Блин, крутая камера. А дай подержать, посмотри. Дай подержать. Посмотри, аккуратно. А что тут за функция есть? Ого, это что же, можно так вот ходить? Снимать. Я тебе потом на кассету запишу. Он и зум даже есть, он какой-то автоматический такой, я смотрю. Zoom, да. Слушай, пацаны, смотрите, здесь вообще странная штука какая-то нашел. Смотри, вот, у них тут кран, и тут, смотрите, кран. Ну, это знаешь, когда ты сидишь долго. Что это? Долго сидишь, потеешь уже, типа, и умыться. Дубай получается, теперь поездка. Снимает? О, все, едем в Дубай. Артур, ты как, жив? Да. Ты смотрел, конечно, всю кассету вам со своим падением. А на сколько мегабайт карточка там? Там на штук на 30 мегабайт. Ой, не туда. Сейчас покажу вам настоящий Дубай, смотрите. Вот, ну, ничего себе, он даже ногой не толкается. А видите, домой даже не толкался человек, потому что это Дубай вообще. В общем, наш первый поездка в Дубай, смотрите, тут вот магазин мы нашли, Формула 1. Камера в Дубай? Почему, а? Йо, машинка какая, красная. Как она звук пишет, у тебя диктофон? Во. Это без звука. Это без звука, надо потом все переозвучивать будет. Пусть меня переозвучивает кто-нибудь с очень красивым голосом. Кобяков. Кобяков, например, да. Это кто? Комбики. Это жестко. Сфоткайте меня, у нас в городе такого нет, сфоткай меня. Давай. Давай, сфоткал. А в прыжке давай. Было? Да. Цвет голубой. Видно, она не черно-белая? А? Черно-белая? Это цветная камера, дорогая самая. Вот написано, видишь, Карл Зейс. Что? Телевизор-то черно-белый, все, какая нафиг разница, какая там камера. О, нищеброд. А что, у меня одного, что ли, черно-белый? Ё-моё, сколько велосипедов забыли! Ох ты! И все одинаковые. Все Карима какого-то. Карим. А, это Карим. Может, день рождения какой-то у человека? Все приехали к нему на велосипеде, а один на самокате. И, блин, на голубом опять. О, стакан. Пойдем. Там красный. Пойдем, похулиганим чуть-чуть. Аккуратно, в сторону смотрим. Хулиганим. Вот еще хулиганим. Все. Как говорится это? Ну, да, ставьте этот... кассет покупайте наш, в общем. Мы хулиганы. Хулиганы. Да. Поезда в центре города ездят. У нас? У них странные поезда в центре. Где там целая машина? Это
кассирша. Это компьютер? Играешь? Сколько нам это надо? Это казино у них прямо в этом да, стоит. Да. Смотри, она сейчас засунет. Сколько деньги нам надо? Что? Нам надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 билетов. А мы, мне кажется... Почему 7? 1, 2, 3, 4, 5. Почему 7? Не позорь меня, я говорил, что я богатый. У нас есть на 7 билетов. One zone. Вон мужчина еще поделится. Раз, два, три, четыре, больше. Пять. А можно так прям купить 7? Денег дайте. Пацаны, дайте ей денег, знаете, я сразу богатый. Я богатый, если что. Путешествие а, по Дубаю. Кстати, Артур, у тебя есть деньги? Смотрите, прикиньте. А, кстати, я... Кстати, жестко. Вот. Опачки. Это пальма. Да. Пальма стоит, смотрите. Много вот эта пальма. И машины ездят. Кстати, какие красивые, блин. Цветные. Вот это вообще двойного цвета. Видите, разные. Крыша разная и сама машина разная. О, автобус. Как тебе Дубай? Я же типа сотку дал тебе. Хулиганка. Да. Ну, смотрите, кто-то скотч забыл. Прикинь, ну, можно скотч взять. Нет. О, приехал, смотрите. Смотрите, что сейчас будет. Как в Питере, блин. А где ручка дверная? Ё-моё. Это женский вагон. А? Это женский детский вагон. А. Так что мы уходим, а кто расстается? У вас с санаторием рядом есть кафешки? Какой ты? Ох, темнота, это Дубай, это не санаторий. Тут рестораны. Тут нет котлет, тут, знаешь, еще кебаб. Вот такая тема. Вот море. Йо, Зенит, смотри, тут за Зенит болеют. Йо, фу, Спартак, чемпион. Вот море. Тут итальянский пойдем. Нам надо сходить в Макдональдс, раз мы в Дубае. Там приедем. А мы уже приехали в Дубай. Да. Ну, хотим. А, ну я купил билеты этого, спорт лото. Если выпадет новая квартира, переедем. Не веришь? Верю, конечно. В Сочи теплее как-то, в Сочи лучше. О, вот так вот. Прикинь. Вот такие дела. Ну, нормально-то. Хулиган. Да. Ё-моё, слышишь, дом горит на той стороне, смотрите. Там сауна. А? Там сауна. Там вейп-шоп. Что такое вейп? Это, блин, какое-то, знаете, воспоминание, как будто бы его нету, этого воспоминания. А. Воспоминание из будущего. Триллер начался. Да. Слышался? Триллер. А, что? Покатить? А кто тогда кассету будет записывать? Короче, приехали в ресторан в место. Заказали что-то местное. Сейчас будем местную кухню есть. Но все вам покажу. Надеюсь, принесут яички вареные. Видеокамеру. Я, кстати, обожаю. А давайте смешно режиссер. Упадем и скинем в сам себе режиссер кассету. Если быть честным, это моя мечта. Ты станешь популярным тогда. О, а еще и выиграю видеодвойку. Артур. Артура можно отправить в этот шоу, где собаки проходят полосы препятствий. Блин, док-шоу бы называлось, да? Да. А кто с ним пойдет? Я пойду. Я буду его. А он будет его. Я буду смаки готовить что-нибудь. Смаки? Съели смаки, пили саки. Не понял? Ждем еду. Ой, камера какая черная стала. Куда я жмал? Сломал. А это сенсорная. Что такое сенсорная? Не знаю, мне так сказали в магазине. Техношоке ему сказали, что это сенсор какой-то. Смешнее было, знаешь, как же магазин назывался? Техношоп. Тогда, ну, шоп, как понимаешь, шоп. По латыни, магазин. И тогда получается, что где камеру взял? В техношопе. Юмор, конечно, твой конек. Ну, короче, курицу заказали. Жена курицу гриль. Бутерброд. Опять бутерброд. Все в перчатках почему-то идет. Какая-то вроде зеленая. Не холодно, почему в перчатках-то? Я тоже. Я тоже в перчатках. Поем, потом эту кассету досниму. Итак, смотрите, сейчас, короче, сказали, выкинем кости, и будет 51, нам сделают 51% скидку. Чувак, я выигрывал на числе в казино. Кто более везучий? А я выигрывал нам казино. Я хочу. О, Василиче доверим. Все, давайте, извините. О. Переворачу. Прикиньте, 5-1. Открывай. Внимай. Оу, как много! Try, but... Все, в Дубае лохотрон. Тут 6-6. Невозможно выкинуть. Выкидываем 500 раз. Они крапленые, крапленые. Все еще в Дубае путешествуем. С капустой проблем не испытываем, поэтому из ресторана в ресторан пришли. Вот видите, вилки.
У них, смотрите, меню необычное. У нас как? Бумага и листы. А тут смотри, в телевизоре меню. А еще мне кажется, что вот через какое-то количество лет можно с Дэном здесь день рождения отметить. О, я пароль подобрал! А, смотри, телевизор показывает коктейли все. А еще, знаешь, что можно сделать, смотри? А включи РЕН-ТВ. А РЕН-ТВ надо в субботу, в полночь. Да. Папа, сейчас. Офигеть! Зырь, смотри, телевизор фоткает. А можно добавить их в меню сразу? В меню? Это ты распечатал раньше. $100 в час. Это он раньше распечатал, да? Дай вас фоткаю еще. Артур, давай, красиво старайся. О! Смотри. Юморной, конечно, человек. Хохмач. Я говорю, ему надо монологи рассказывать смешные. Сейчас тебе даст тему. Сейчас дам. Тема. О, тема. Знаешь, какая тема? Как в первый раз в бизнес-классе летел? Ну, как там было? Типа, ты такой... Нормально. Все такие, типа, Артур, из бомжей сюда к нам пришел. Из бомжей в королей сразу. Давайте пощечу, что ли. Вот этот Артурчик нам нравится. Давайте, Юра, щекотите, щекотите. Да. Нет, не надо. Нет. Щекотите. Не надо. Щекоти. Ну, пожалуйста, мне уже больно. Помогите мне. Обнимитесь, папа. Помогите, меня прессуют. Давай. Спасите. Обнимись, помогите. Ты где? Ух ты! А ты куда? Йо, пуля! Надо бы тебе не веселиться, а пуля надо. Пуля-лапуля. Эть, попалась. Андрей, давай обнимемся. Все, вырастешь, клофелинщицей будешь. Дубай! Вот это царица моя заказалась, смотрите, на сковороде. Мороженое, в смысле. Мороженое? Вот и шоколад американский наверху. Я тоже попробую. Цом-цом-цом, и все пропало уже. Сейчас десерта как и не было, не будет. Каша какая-то, а смотрите, омлет сырный заказал себе с шаром. Это он на манку. Обожглась? Это сковородка, да, не трогай. Это желток, взбитый с сахаром. Это надо приготовить, не готовое. Я хотел толкнуть его. Все, испортил, покупай новый. Прости. Испортил после часа. Да кальян еще можно курить какое-то время. Я доберусь. Блин, какой изысканный Артур. Котел обычный. It's for me. Что? А где ты оторвал ножку? Мне тоже так послушал. Меня называют Адамс? А это Адамс, да. Я не Мадамс. Ваше здоровье, подписчики. Что давай? О, мне чуть алкоголя добавили. Ну, водочку добавили. Вот так вот. Пьем коктейли в Дубае. Первый раз все-таки в Дубае, поэтому ищем запоминающиеся моменты. Артур, он блеванул тарелку? Нет. Да. Первый раз в Дубае. Я просто волнуюсь. Да. Сможешь есть ложку за дирхам? Все, пожалуйста. Тебе 18 сегодня. Пожалуйста. Ты первый раз в Дубае. Это твоя любимая песня, я заказал. Предпочитаю вкладывать в... Себя. В себя, да, в себя. Типа спортом занимаешься? Не, ну типа тортик купил себе, водичку в себя положил, потому что потом сразу дивиденды выходят. Ну... Пацаны, смотрите, вас и тут, и там показывают. Да, дурак. Да я не олень. Блин, ты что говоришь? Понимаю прикол? Да. Сам ты олень. Смешно. Это первый раз в Дубае мой, поэтому хотел показать вам дубайскую ночь. Вот, смотрите. Ну, типа, как у нас, такая же. Тоже вот просто небо, получается, чернеет. Вот, и спать хочется. То же самое, как у нас, в общем. Надо убегать. Все, пока-пока.
пока. Счастливо. Извините, что вам досталось от моих фанатов. Хоть раз фоткались с тобой сегодня? Только за деньги. Они с нами фоткались 5 раз, по-моему. О, а это, короче, это... Ну, шоколадница местная. Пойдем в шоколадницу, дойдем? Я что ли? А? Я уже пошел. Я. Хотите прокатиться в самокате? Я хочу. Никаня, быстро нажимай. Я не рисковый тип. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Взял себе чай в шоколаднице. Там сейчас дети подбегали, один говорит, я зарабатываю на бирже, ему лет 12. Я спросил, вы богатые вообще все? И меня, да, один парень говорит, у меня папа хотел Макдональдс купить. Что такое Макдональдс? Это вот тупое название какое-то американское. Это кафе сейчас открыли, там эти, с котлетами. На Пушкинской? Да, первое. Название тупое, да. Да, надо бы назвать как-нибудь, я не знаю, поприкольнее, покреативнее. А там что самое? Там типа вкусно же, да, в этом кафе? Ну, типа, да, вкусно и все. Вкусно и все. Вкусно и все, реально. Вот это название нормально было. Назвать реально вкусно и все. Вкусно и все. Вкусно и все тут, на этом. Нет, вот это есть как будто более лаконичное. Как заменить? Напишите в комментариях, как заменить вкусно и все. В комментариях это кассета. Эти, перед телевизорами скажите громко. И банки, ставьте на телевизор и банки, Дэн сейчас вам прочитает мотивацию. Да, если вам где-то невкусно, прям уходите и идите туда, где вкусно. Допустим, вот, да, и все тут. Вкусно и все тут, вот. Точно. А? Вкусно и точно, да? О, вкусно и точно. Точно. Ну, звучит странно все равно, как будто... А, просто вкусно, точно. Не, вот так, типа вкусно? Да. Это, короче, первый день в Дубае, ой, вкусно, первая поездка в Дубае нашу. Вот эти колесо. Для жены салют заказал, сейчас вы салют смотрите. Это Влад. Иди. Да, вот, и смотрите, жена Андрей. Андрей? Денис сказал, что потратил на салют $150. Мы вообще в шоке, мы таких денег... Дирхам. А, дирхам? Да, даже? Это меньше. А, да? Да. Ну, я договорился, я там просто умею договариваться. По скидке? А? Посмотрим. Офигеть. Да. Да, я сниму свои деньги. Поздравляю. О, смотри, как будто планета была, сейчас видел? Впервые в Дубае, получается. Вот, салют заказал. Бабах. Это колесо, это не салют, вот это колесо. Но это я не заказывал. Вот это я заказал. Он все бесплатно смотрит, кстати. Похоже, как будто у меня на ладошке. Вот я кидаю его. Оп, видите, как кинул. Нормально? Yes. Лицо сделай какое-нибудь забавное с салютом. Прикольное. Сделай еще какое-нибудь забавное. Прикольные. Покупайте мои кассеты, самые красивые. Видите? Оп, эмоции чистые. Видно, как прям тут, только это там. Вот эта техника, вот эта камера. Как я, салют? Да. Во-бах. А что, дождь спит, что ли? Даешь, ты не слышишь салют. Салют уже сейчас закончится. Смотрите, это теперь земля, видите, на кольце, на этом колесе. Земля, планета. О, как много, быстрее смотри. Ну, для 150 дирхам, я считаю, могли бы и побольше сделать, на самом деле. Как бы я заплатил это нормально, а что-то, да? Среднее. Блин, я наполнен эмоциями, хочется отметить. Они тебе деньги вернут? Тоже, да, странно показал. Тебе деньги вернут или нет? Не думаю уже. Ты 2 салюта заказал? 2 салюта, 2 дня подряд. Я всегда так, я куда... $75 за сегодня и 75 за завтра. Дирхам. Дирхам. Да, я куда приезжаю, везде всегда что-нибудь да чебучиваю, прикольное такое. С огоньком, да, знаете? Да, всегда. Моя фишка, вот я так путешествую и что-то делаю. Да, это, кстати, мое первое путешествие. Впервые из Дубая приехали. Опачки, вернулись в отель. Куда идем? Туалет. Много этих картинок сложно. Все, сходили в туалет. Я решил не показывать на кассете, как мы в туалет ходим. Кажется, или там Агутин сидит? Смотри. Прикиньте, в Дубай приехали, а тут Агутин. Смотрите. Почему там дельфин и русалка? Сюжет этой песни. Видно, не ставит. Ананас, смотри, да? Может, перейдем к нему? Давай. А Леонид же его зовут? Ага. Да, так, без пальма снимает. Давай. Без пальма. Извините, вы Леонид Агутин? Здравствуйте. Вам что, втащить? Мы ваши фанаты, слушаем ваши песни с детства. Хотим вам руку пожать. Жестко, Агутин жмет руку. Жмет руку Агутина, я говорю, на кассету снимаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте. Это его менеджер. Ну что, это не Агутин. Это Андрей Юстина.
гуляем по Дубаю, идем на море. Ну или не идем на море. Где-то море должно быть. Потеряли карту, потеряли. Вот отель, автобус нас никуда не привез, потому что ни в каком отеле не живем. Вот, ну, солнце вот зато вижу. Красиво. Че? Реально? Пришли, да, короче. Настоящего. Это музей будущего у них, там вот такие камеры, как у меня, показывают. Похож, конечно, на этот корабль пришельцев, да, какой-то? Да. Пойдем внутрь? Ну, можно показать это так. Так, ну короче, у меня камера разрядилась. Блин, тоже называется будущая камера вообще. Всего лишь 6 дней без зарядки смогла прожить. Даже неделю не протянула. Сейчас поснимаю на телефон, у меня есть телефон еще, который с камерой, но тут, наверное, конечно, будет хуже. Извиняюсь, это впервые на моих кассетах происходит такое. В основном все всегда бесперебойно, поэтому продолжайте покупать кассеты. Короче, мы в музее вот этого будущего. Вон там кофе продают какой-то. Ну, типа, кофе можно дома попить, а они здесь продают. Ну, может, будущее? Тебе вот такую, либо тебе вот такую, либо маме сколько? Вот такую. 50 дирхам. Вася, ты мне проще свои научиться делать футболки. Свои. Кстати, идеи надо записать. Может, самому научиться делать футболки? Я хочу ее потрогать. На маму нашу похоже, да? Ну, короче, мы решили не идти, потому что там вход платный. В будущее войти стоит денег. Мы решили остаться в настоящем. Идем просто в парк. А это что? Лужа. О, стой. Ну-ка назад чуть отойди. Опа. А вот и их там деньги просят, а вот бесплатно сфоткали. Ё-моё, помните, Артур тут на полу разбился? Смотрите, в итоге. Да, в итоге, смотрите. Часы себе новые купил с ним. Красивые. Куда ездил? В Бамол. Ё. Там людей как... Вась, туалетную бумагу убери, скажи. Я кассет снимаю, люди там смотрели. Там людей как тараканов, прикинь. О, вот это, Вась, тебе. Тараканов только нам и не хватало. А вот часы. Опа. Вот. А вот мои прошлые. Что, нормально? О! А, знаешь, что не хватает? Ой, пропали часы. А, вот. Сейчас. Да где они? Знаешь, что не хватает? Вот так. Сейчас я развяжу, можешь на паузу поставить. Пленку не трать. Да я, что, нормально, деньги есть. Я еще куплю пленку. Что чемоданы заворачивать, что фильмы снимать. Пленки не жалко. Йоу, а сразу понятно, кто здесь кто? Я. Кто здесь кто? Я. Вот это нормально. Это я. Часы? Арл Джей. Ну вот это сразу вот не зря упало. Часы крутые, мужские. А то как у дятла какого-то галимого были часы. Но... Слушай, хорошо упало, реально. Умаю? Да, реально хорошо упало. Всем бы так падать, как тебе. Цветы же мне подарил. О, сей, футбол, смотрите. Бразильцы играют. Вот это Роналдо. А я еще это... А это не знаю кто. Смотри, что еще купил. Сейчас покажу. Фафли. Вафли? Вафли. Вафли? Вафли. Это впервые вот на видеокассете кто-то заснял, как вафли вафли держит. Австралию. Я тоже хочу в Австралию, хочу Финляндию. Здорово, первый раз все в Дубай собрались. Андрей хотел, чтобы вот там, вот раньше в Москве всегда собирались, так сейчас в Дубай собрались. Оп, пиццу едим, видите как? Австралия? В России только пицца появилась, и мы здесь едим. А как у вас, там же все кверх ногами ходит. Разве там? Мы хотим там снять селфи из мешка кенгуру с тарантулом на лице. Артур, ты уехал от нас? Мы просто подумали, что он бесплатно живет, и прогнали его. Короче, где же живешь теперь? Прикиньте, поселился? Да, поселился, главное, этот, напротив нас. Вот сейчас покажу, смотрите. Ёбка, ничего себе. Слушай, смотри, там вон там это, тут это. Видите темные комнаты? Это значит, везде уже это. Ты там, все, да? Спят. А еще можно? О, мое окно. Ты прям в него сейчас залезешь. Вот улей, вот пчелка наш Артур живет. Ну я специально поселился рядом с вами, чтобы ты приходил на диван, каждый вечер садился и такой, эх, а как же Артур там сейчас? Внезапный просто... челлендж, положи всю пиццу в рот. Нет, ты ее кусал. Что такое челлендж? Не знаю, в голову пришло, я такой, блин, прикольно. У вас можно рыбачить с окна. А я поэтому и снял, я же люблю рыбу. А что это за рыба такая? А? Ну что, что у Дениса из 90-х прыгнул. Это рыба, что за рыба? Жесткий, смотри, огромная лодка и маленькая лодка. А, это лодки? Да. Смотри, Артур, это как ты и Влад. Влад роскошный.
Знаете? Мы на футбол пришли, короче. О, Лейс! Сейчас, короче, пенальти будет. Будем пенальти, англичане будут бить. Ставлю, что забьют. Ставлю эту камеру. То есть ты можешь проиграть 1000 рублей? Если я сейчас проиграю, если они не забьют, то кассета закончится. Давай, забивай, я уже камеру поставил. Блин, у вратаря 2. 16. 2 телевизора. Все. Господи, отдыхаем в Дубае, скоро домой уже. Ты с кем? Куда едем? Скоро в Москву полетим. Это будет весело. Короче, первый раз это в Дубае же. Это же наша первая поездка в Дубай. Ну и что здесь делают в Дубае всегда? Конечно же, арендовывают яхту. Мы арендовали здоровую, блин, как у Абрамович, а яхту. Вот, плывем, все, по Дубаю. Вон, все танцуют на яхтах. Блин, жестко. Круто? Да, вы как будто на работу устроились. Блин, это самая дорогая из бесплатных яхт. Вообще. Вот, видите, люкс. Вася, расскажи, как тебе яхта? Да, я один раз делал микрофон, это классно, давай снизу теперь. О, Влад, типа рулит, что ли? Да, я капитан. Влад рулит, блин. Блин. Дубай пирог этот. Дубай, отдыхаем красиво, классно. О, до колеса доплыли, в общем. Нам сказали, что здесь можно купаться. Сейчас, может, будем купаться, но я плавки не взял, в трусах плавать. Чё мы там не видели? Ну, вы-то да, а Дубай. Короче, первый поезд в Дубай, я договорился с капитаном поболтать, интервью взять у него, как он плавает здесь. Эндрю. Капитан! Капитан! Куда плывем, капитан? А? На море. На море? Право руля, капитан. Это лево. Тише! Право туда, право руля. Право руля, капитан. Тише, говорю! Вообще, как бы, корабль-то отключен, никуда мы не плывем, мы на месте стоим. Ага, а чего волны поднимаются? Ну, уже первый раз в Дубае получается. Подписывайтесь на все каналы, где вы это видите! Раз, два, три! Ё-моё, Дубай, он... Дубай, сумасшедший, тут вода, машина! Машина по воде! Машина по воде! Машина по воде плавает, Дубай! Где-то с моста упала машина! По воде дрифтит! 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 Машина по воде! Обеликс! Да не знаю, что мы это снимаем, что мы хотим в этой части, это прорекламировать наш канал, наш ТВ-канал. Мы тоже снимаем кассеты, называется Vlog Squad. Ну, вы знаете, что делать, ссылка там. Vlog Squad, сделайте, пожалуйста, кнопку красной, максимально серой, насколько это вообще возможно. Да, может даже прям до белого колена, просто до белого ядрища. Просто уничтожьте нашу кнопку, пожалуйста. Но Дэну не говорите, это втайне от него войдет видео. Все, короче, приехали в Дубай Молл, купили чемодан, потому что в Дубае купили все, там всякие пирамидки, магнитики, много чего везти, поэтому купили чемодан. Вот и теперь с чемоданом можно ехать обратно. Что? Не сяду. Не, он пустой сейчас, зайка, он развалится, если ты сядешь. А нам он еще пригодится для магнитиков и всякого такого чемодана купили. Вот, круто. Ты
вообще-то, конечно, кайфовый здесь аэропорт, и вот прям, они почему-то называются Мол, Дубай Мол аэропорт. Тут магазинов много дорогих, смотри, вот брюлики продают здесь. Ну, это удобно. Очень. Что, завтра уезжаем? Или мы уезжаем? Уезжаем? Мы. Все, да. Сегодня финальный ужин, да. Дубай, спасибо. Было классно. Завтра в Москву полетим. Бородам, мне кажется, как здесь надо побрить его. Сфоткай давай. Ё-моё, Вась, обезьяна, аккуратно. За тебя обезьяна, Вась. Целую обезьяну построили. Могли построить что-нибудь, а построили обезьяну. Короче, Париж написано. А это Дубай. Это же Дубай? Это Дубай, Бубай. О, москито. У меня у мамки такая штука есть. Сетка? А? Сетка? От москито. Чемодан плохой купили, не катится по ковру нифига. Вот попробуй. Так это дурак, что ли? Его до этого что ли делать? Его делали для того, чтобы он по аэропорту катился. А не по... там ковер будет. Да, не продумано. О, стиль. О, стиль. Ух ты, педали какие. Ты же их как раз про них говорил, да? Я про них говорил. О, Артур, тебя показывают. Я бриллиант. Да. Ё-моё, что началось там, смотрите. Вода прыщет сейчас. Ё-моё. Фонтаны бесплатно, представляете? Называется шоу фонтанов. Я по приезду салют заказал, а по отъезду заказал шоу фонтанов. Сейчас струи полетят. В Челябинске тоже есть фонтаны поющие. Только не на русском поет, а тут что-то какой-то другой язык. Опа-на! Пошло-пошло-поехало. Давай-давай, драматургия сейчас нарастать будет, смотрите. Ну что же, хозяюшка моя тут Новый год делает, дочура. Здесь вот тик-тик. Здесь на кассете положим цветочек какой-нибудь. Кормитель. За графику. Я готов. За графику плачу на эту кассету, короче. Мама, где бумага? Прическа, а? Где бумага? Бумага с Влад А4. Бумага справа от тебя. Ну что же, как это, Дубай? Ну это было круто, что могу сказать тебе. Крутое путешествие. Любовь моя, пойдешь сказать что-нибудь слов, пару слов, чтобы кассета закончилась? Так, ну что же, Дубай, спасибо, это была потрясающая поездка. Было классно. Меня не видно. Еще, может быть, даже приедем. Меня покажи, меня покажи. Меня покажи, меня покажи, меня покажи. Дубай. Дубай. Хороший Дубай. Дубай. Мы в Москву шли. Хороший Дубай, вернемся еще. Приехал Дубай, хороший я стою. Все, а мы что, Дубай, мы полетели в Москву. Ну все, пока! Спасибо тебе, Дубай. Давай в финале под какую-нибудь красивую музыку. Поехали.